Итак, нас осталось четверо. И среди нас один предатель. Кто же это? Зеленый, ты что скажешь? А я как бы выполнял задание и ничего не видел. А ты что скажешь, Белый? Короче, я хочу сказать, что сперва подозревал Синего. Но потом я увидел, как кто-то заходит в люк. Все, что я успел увидеть, это зеленый цвет. И я думаю, что это зеленый предатель. Ух, да он маньяк какой-то. Он уже и Синего убил. Голосуем за него. Коричневый. Да. Меня мучает только один вопрос. Почему я видел что-то зеленое в люке? Ведь у зеленого на голове белый колпак. А у тебя на голове зеленая шапка. Да. Наверное, потому что я предатель.